Приветствую, друзья! Стоп панике! Прекрасная прививка против стресса и паники. Для этого нужно, повторите сейчас, кто хочет за мной, сделайте это, и после этого вы заметите, буквально через минуту, что у вас появится хорошее настроение. Да, точно, точно. Сначала сделайте вот так. Делайте, делайте, делайте мягко, мягко, мягко. Это специальные точки, которые помогают наладить кровообращение мозга и снять спазм. Теперь делайте вот так. Разминайте ушки. Мягко, мягко, мягко. Разминайте ушки, делайте так. И после этого, как посмотрите ролик, еще раз его повторите в удобное для себя время. Именно так, как я показываю, потому что все дело в этом алгоритме. В этот раз мы развиваем у себя способность во время паник, страхов и стрессов сказать себе «стоп». Запомните это. Как только какая-то паника, как только смятение мыслей, когда вы не знаете, что нужно сделать, повторите вот это, вот эти точки. Да-да-да, мягко-мягко. Там есть такая ломотка, ломотка в этих точках. Там нервы выходят. Там, ну, в общем, не буду сейчас это объяснять, теорию. Я чисто конкретно, практически. Повторите сейчас за мной. Еще вот эти ушки разомните, разомните, разомните. А теперь отпустите себя из стороны в сторону и добавьте дирижирование. Да, можете вспомнить музыку, можете вспомнить какой-то зал, когда дирижер дирижирует, или вы можете вообразить себя дирижером, одновременно покачиваясь так, как вам приятно. И одновременно с этим дирижируйте. Вы дирижер в этот момент. Когда вы это повторяете за мной, у вас начинают происходить изменения положительные. Вот делайте именно вот так. Вот так. Вот так. Повторяйте за мной. Вот так. Теперь кулак. Сделайте так, как вам хочется, как вам хочется, как вам хочется. У кого-то слезы прольются, пускай. У кого-то улыбка появится, пускай. У кого-то какие-то дрожания, подергивания, потряхивания, пускай. Пускай это происходит. А теперь главное. А теперь главное. А теперь главное. А теперь сжимаете руки вот так. Сжимаете, 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 сжимаете. Это очень важно. В наших ладонях соль нашей жизни. Наши пальцы так устроены, так отстоят друг от друга, особенно большой палец отстоит от всех других пальцев. Да, здесь проекция всех элементов головного мозга, целая вселенная. И поэтому сейчас, делая вот так, повторяйте просто за мной, это очень легко, это очень просто, у кого слезы прольются, у кого улыбка, а теперь переходите вот в такое движение, а вот в такое движение, как это интересно, вы увидите. Да-да-да, и после этого у кого-то, кто недоспавший, кто хронически недосыпает, появляется сонливость. Появляется расслабление, появляется такое успокоение в душе, и вот эта паника, а паники в этот момент. Когда бы вы ни застали панику, скажите себе «стоп» и сожмите кулаки. «Стоп» и сожмите кулаки. Еще раз. «Стоп». Вот возникла какая-то паника, вы в смятении, вы в неопределенности, вы в неизвестности, получили какое-то событие непонятное, информацию какую-то непонятную, заволновались, все встрепенулось,
все внутри так прошло, что смятение мыслей, шторм такой, прямо смерч прошел, и вы не знаете, что делать, и вы растерялись. И в этот момент раз сжали кулаки и скажите себе «стоп» панике. Это прекрасный алгоритм для того, чтобы в момент, когда у вас возникает не безмятежность, а шторм, когда на шкале стресса, который мы показываем, 10, а не штиль, в этот момент себе сразу сжали кулачки, сейчас сжимаете по-настоящему, а потом сжимаете мысленно. В жизни, когда возникает паника, сжимаете мысленно и говорите себе «стоп панике», «стоп панике». И сразу вам становится спокойнее, вы вспоминаете, что в панике разум нарушается. А когда вы говорите себе «стоп» одновременно со сжатием кулаков, вы вспоминаете, что в любой момент вы можете себя успокоить, и только приведя себя в порядок, вы начинаете нормально мыслить и найдете лучшее решение. Итак, повторите это еще раз после того, как посмотрите ролик, начиная с этих точек, потом дирижирование, все, как я показал, и у вас могут и слезы пролиться, и сонливость появиться, и подергивание появиться, и появится в результате такое состояние, когда из стресса, это шторм, выйдете на безмятежность, на ноль, на состояние эмоциональной дистанцированности, безмятежности, покоя в душе, и там открывается разум. Да, друзья, и еще я узнал, это уже к делу не относится, но чем больше вы пишете комментов, даже негативных, даже позитивных, вопросов, все что угодно вы пишете, и лайки ставите, ставите, ставите. Наша школа продвигается, продвигается. Таковы правила Ютуба. До встречи, друзья. И не забывайте, целебный ролик, который у нас на Ютуб-канале, целебный ролик, точка, помоги себе сам, точка. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите. До встречи, друзья.